Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем игру Orcs Must Die. Итак, напомню вам то, что мне помогает ценными советами Александр Плав. И карта у нас называется Зал Хаоса. Вперед! Вперед! Ну что, давай посмотрим в книгу заклинаний. Что мы теперь можем делать? Выбирать хранительниц? Мы теперь можем делать хранительниц. Что они нам дают? Смотри, у нас есть заклинательница стихии. Зачарованное оружие. Игрок получает огненный арбалет и святой клинок. Основная еще какие стоимость заклинаний снижена на 30%. Давай увеличим арбалет наш, да, сделаем. А ты не промах. Увеличим дальнобойность и мощность нашего оружия. Теперь мы убойная сила тоже возрастает. Конечно. Правильно я понимаю? И давай накупим ловушек. Я только за. Ты только за. Я знал, что... А вот это что за монстр посередине? Новый какой-то или старый? Это у нас гнол-охотник. Сильный противник, охотящийся на боевых магов. О, как. Вот так вот. То ну есть что? Есть вероятность, что он будет нападать именно на нас с тобой. Паровую мы так и не использовали. Давай посмотрим, что это такое. Ну давай. Самое главное, чтобы все у нас было на 5 черепов. Прохождение на 5 черепов. Сколько у нас здесь? Два входа, получается? Да, из двух разных сторон они получаются. У них... Один сверху, а другой снизу. Ничего себе. О, как. Кто там? Давай расставлять. Что ты будешь делать? Что я буду делать? Я думаю, как мы с тобой поступим. И откуда, как ты думаешь, откуда пойдут они? Ну, мне прежде всего важно увидеть второй. Вот он второй вход. Уже, где лава. В принципе, можно было бы сюда поставить... Что мы могли бы сюда поставить? Но мы уже не сможем выбрать с тобой эти пружинные ловушки. В лаву скидывать, или да? Или сможем? Сможем. Ну, сможем? Да, 600. А что мы уберем с тобой? Брикаду давай уберем, а сюда поставим так пружинный. Пружинный, ну, давай. Да. Я только за. Зато они моментально будут умирать. То есть это никакие не шипы, там не замедление. Они... будут прямо сгорать. Ну что, как ты думаешь, откуда они пойдут? Ну, кстати, вот здесь можно исходить из того, поставить. Что они одновременно пойдут с двух дверей, поэтому давай что-нибудь уже делать, потому что так мы будем гадать до скончания веков. Окей. Поэтому ну, это, мы кстати, хороший вариант. Я думаю. Здесь. И давай еще сюда воткнем шипов. Да, чтобы их замедлить. Вот так. И все, у нас, в принципе, больше денег на данный момент нет. Будем надеяться, что выпускаем орду. Они не пройдут. Так, снизу. Снизу. Снизу пошли. Ну, ладно, придется отбиваться так сейчас своими силами. Давай сейчас посмотрим, насколько быстро ты можешь с ними расправляться с новым луком. Напоминаем, друзья, то, что улучшение на арбалет. Это не лук, прошу прощения, улучшение на арбалет мы с вами установили. Итак, олимпийский забег. И что первая часть получается? Волны у нас разгромлена. Сейчас справляемся с вами со второй. Там, кстати, идет третья часть вот этой вот волны первой. А всего волн здесь будет 9. Опасно. Слушай, серию опять я сделал из 8, и все никак. Там, кстати, видишь, тварь маленькая побежала. О, давай. Ух вали. Ты, смотри. Что творят, да, быстренькие. Ну вот и все, поздравляю. Так, ну что, сейчас, откуда? Да, снизу? До второй волны сейчас нам тоже нужно что-нибудь расставить. Соорудить что-то ну нам да, нужно. Кстати, я думаю, что неплохой вариант. Итак, снова у нас О-о-о. Прорыв, только теперь наверху. Там, кстати, уже война замес, пошла. Да, замес не детский. Ну, мы здесь их встречаем, потом сейчас денежек подкопим. Можно будет уже действительно пружинные вот эти ловушки поставить, чтобы скидывать их кипящую вот эту вот справа. А также лаву. Можно будет еще поставить лучников. Как? Куда ты планируешь лучников поставить? А вот сюда. А разве те, которые снизу пойдут, они Они тоже будут отстреляны лучниками. Это будет дополнительная убойная сила для нас. Угу. Вот так вот, значит. Ну ладно, понятно. Давай поставим лучников тогда сразу. Как тебе идейка? Ну давай. Давай поставим, почему нет. Ну правда, у тебя не очень много времени, поэтому поторопись-ка. Не хватает всё, вроде, да? Денег больше нету. Так. О-о-о. Ну вот, как раз у нас снизу попёрли. О.
Красота. Это вот как раз тот новый враг, да? Да. Описание которого мы вам, друзья, прочли перед началом вот этого раунда. Ух ты, ты смотри. Причем ему наплевать на тебя абсолютно. Он прорывается в портал. Ты смотри, еще сверху пошел один. Ну да, кстати, опасненько, потому что вот этот портал очень уж близко сейчас вот находится. И благо, что ты ему вообще был безразличен, поэтому он так, сломя голову, особо не парясь насчет того, чтобы разобраться сначала с тобой, рвался вот именно к этой нашей заветной точке. Ну что, мы продолжаем устанавливать лучников? Тебе не кажется, что многовато? По-моему, в самый раз. Давай посмотрим, денег уже нет у нас, бакинских долларов, поэтому возвращаемся на исходную и посмотрим, как лучники справятся. Ну да, кстати, смотри, сейчас только через один ход они идут, поэтому просто понаблюдаем сейчас за массой вот это вот стрел наших бакинских комиссаров. Ну, кстати говоря, надо здесь надо еще то, что поставить замедление. Да, неплохо. Неплохо бы действительно какую-то замедлялку, а мы с тобой все-таки хотели поставить именно вот поршневую ловушку, которая бы их выкидывала вправо. Ну, кстати, давай-ка ее сейчас и поставим. Ну, следующая волна через 10 секунд. Я думаю, поэтому что вполне хватит тебе времени, развернуть же можно. Вот, кстати, хороший вариант. Вот, ставь. Ну все, больше, денежек, к сожалению, пока не да, не хватит. И возвращаемся они вниз. Да, снизу идут у нас, поэтому возвращаемся. Ну вот, а заготовки у нас для хорошего отражения атак вот этих орков у нас именно вот на верхнем уровне вот этой карты. Итак, смотрим, как Дима методично расстреливает вот этих орков, которые просто уже пребывают в огромном количестве. Ну и мы все пытаемся сдержать натиск. Как себя чувствуешь, кстати? Not so bad. Ну ясно. Так, серия у тебя неплохая, добивай. Эх, жалко, десяточки не было, а так, в принципе, нормально. Ну все, спокойно, easy boy. Сейчас сверху пойдут. Да, вот сейчас с тобой понаблюдаем. Расставляй еще. Расставляй. Наконец-то мы сейчас с вами увидим в работе новый вид ловушек. Так, оп. Они... А, слушай, я думал, они вообще туда к лучникам перелетят. Хорошо, но хоть не перелетел. Тут-то было, снизу бегут. Снизу. Да. Возвращаюсь. Благодаря вот этим порталам мы можем очень быстро перемещаться. Ну вот ты и смотри, лучники их тоже всех подстреливали. Неплохо сработали. Ты получаешь дополнительный бонус за завершение этого уровня. И у нас очередная порция здесь сверху. Итак. У нас еще много-много с тобой денег, поэтому я предлагаю тебе соорудить здесь. Ух! Да-да-да. Причем смотри, там сзади, по-моему, нет? Да, еще снизу идут. Оу, да. Что-то ты подзаснул, да? Ничего страшного. Отобьемся. Должны отбиться. Вот, смотри там. Справа. Вижу. Спасай положение. Ух, сложный, гаденыш. Ух. Сейчас лучники должны его бахнуть. Итак, ну. Быстрее. Там, смотри, сколько. Одного снял он у меня. Да, по-моему, не одного даже, а много. Много до этих лучников. Не, ну мы сейчас лучника убил все-таки. Набросаем примерную сумму ущерба. Одного, да? Нет, поднялся, ты смотри, какой молодец. А, слушай, а я думал, они уже лежали и думал, что не встанут. Ну так что давай, сейчас с тобой побольше поставим всевозможных приспособлений. Так. Какие идеи у тебя есть? Ну, у меня идея все-таки вот непосредственно один вход оборудовать полностью, закрыть. Да, полностью закрыть, чтобы они как можно медленнее передвигались, и закрывать не здесь, нет, не здесь, а у входа, где? Чтобы мы видели, что они уже прорываются, зачем нам вот тут ловушки расставлять близко так. Да, вот тут как вариант, конечно. Да денежек больше нет, ну давай продадим. Просто если опять пойдет этот здоровяк, то будет всем плохо. Но мы же подготовимся. Так. То... Ну, нет, тут не ставь, наверное. Можно еще, знаешь, какую? Сколько вот эти стрелы боковые стоят? Сейчас я тебе скажу, 600, денег 600, не хватает. Не хватает немножко. Да ну, и ладно. Все, погнали. Продай почку.
Так, вниз надо бежать срочно. Да. Прям бомби их отсюда. Чем быстрее ты тут с ними расправишься, тем быстрее мы с тобой сможем отправиться наверх. Лучники нам, кстати, очень сильно помогают. Так. О, полетели там уже. А вот что там за знак в середине на схеме? Опа, кто-то прорвался. Или там лучники просто наши расставлены. Или не прорвался. Не, по-моему, не прорвался. А смотри, кто-то бежит к порталу, нет? По-моему, да. Какая-то точка непонятная, смотри. Они перепрыгивают, что ли, там, получается, перелетают? Я что-то не понял. Fucking shit. Да ладно, не может такого быть. Хотя мне показалось то, что один какой-то перелетел. А где он? В лаве? Где-то точка. Ух ты. А, или сгорают, слушай. Наверное, они все-таки сгорают. Ну, все-таки два перелетели. Точно? Да. Откуда ты знаешь? Где это написано? Вот здесь вот индикатор. Да. В правом верхнем углу. Да. Был 20, стало 18. Как это произошло? Ну, значит, 5 черепов у нас не будет, я так понимаю. Уже нет. Максимум, на что мы можем с тобой рассчитывать, это на 4. Ну, кто ж знал. Слушай, интересно, а кто ж тогда перелетел? Хороший вопрос, ну ладно. Так, снизу, снизу, да? Я так понимаю, ой. Давай, давай, давай. Встречаем их, этих маленьких тварей. Ну, значит, не надо было вот именно крайние пружинные ловушки ставить. Ну, кто ж знал, друзья, что вот так вот все это обернется. Мы-то, в принципе, ситуацию контролируем. Но вот в связи вот с этими неприятностями... Так. Мы не можем с тобой рассчитывать... На 5 черепов. А может быть и будет 5 черепов, может быть, не показалось. Ну, хотя, ты говоришь, там кто-то... Ну, прорвался. Давай продадим это быстренько. Ну, а здесь мы поставим так. Замедляющие. Ну да, как вариант, конечно. Но у тебя еще 5000, ты в курсе? Может, стрелы какие-нибудь? Ну ладно, давай ставь. Там у тебя уже врываются просто. Нормалю. Перешел. Так, капитально укрепиться, да? Вот здесь уж точно ты. Ух ты. Огромный. Ну, он одного вышвырнуло. Один, кстати, по-моему, перелетел. Он перелетел. Видел? Да, 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 видел. Обалдеть вообще. Ну, вещь, конечно, хорошая, но черт его дери. Почему они перелетают? О боже. Непонятно. Огр. Быстрей, быстрей. Он тебя будет атаковать. Че, зачем к порталу подходишь? Или он в портал сейчас будет заходить? Да. О, вот это капитально мы пропустили. Ну ладно. Ну, это видишь, как из-за того, что перелетели. Перелетели. Ух ты! Оглушили тебя еще. И там, смотри, целая куча летит. Давай, 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 вали их. Ну, какое-нибудь заклинание там, нет? Вот и просрали, так сказать, да? Да. Поражение. Мы с самого начала начинаем? Да, с самого начала. Ну, ладно. Давай, давай. Заново. Заново. Что-то ты, по-моему, сделал не так, мне кажется. Нужно... Зафейлили где-то мы. Да, нужно где-то поменять схему расположения вот этих ловушек. Давай что-нибудь выберем, другое уже, раз эта схема не оказалась очень действенной. Ну, друзья, смотрите, в общем-то, вся проблема оказалась в этих ловушках, которые перекидывают наших врагов. И давай-ка мы с тобой, наверное, что сделаем? Поставим эти ловушки, но в другую сторону. Или давай сделаем по-другому. Мы сейчас здесь сделаем капитально все. Наглухо, так сказать. А вот правую ловушку. Что, почему ты не хочешь? Или давай правую. Давай правую возьмем. Почему ее? Почему бы ее бы не попробовать? Да? Давай попробуем. Попытка не пытка. Ну что, отравляющий поставим? Конечно. Ну, замедление, ты знаешь, это, мне кажется, уже так. Что-то надо другое ставить. Ну, их просто тысяча. Так, опять снизу. Не выучил ты, что здесь снизу все начинается. Ну ладно, это, в общем-то, не самое сложное. А мы, кстати, с тобой почти прошли вот этот этап. У нас на последней волне, мы, так сказать, зафейлили, да, немного. Да. Ну слушай, зато у нас есть шанс на 5 черепов выполнить это задание, естественно, правильно? Мы вернем, может, получится все-таки у нас с тобой сделать что? Этот максимум. Получится, конечно. Сейчас денежек немножко подзаработаем мы с тобой.
поставить новых ловушек. Я думаю, все там поставить, шипах поставить и на стены эти ловушки, стрелы поставить. Обязательно. Обязательно так, вот этих маленьких тварей убивай. И все, это был последний. Следующая волна у нас тут будет. Но она не снизу разве пойдет? Нет? Ну, вроде нет. Или ты решил все-таки здесь капитально укрепиться? Я буду ставить... Ты уверен, что шипы именно здесь подходят, а не какие-то другие ловушки? Ты же сказал, на стену ты сказал нужно. Сначала будет. Мы сейчас поставим шипы, а потом будем на стенами закрывать все. Mm-hmm. Чтобы уже даже вот этого огра замочить, чтобы он не тратить ни... А баррикады ты не хочешь поставить вместе вот с этой мясорубкой? Потому что, по-моему, вообще очень эффективно разрубало вот этих тварей. Как ты считаешь? Я думаю, будет здесь более эффективно, если мы поставим шипы и на стены поставим на стенные ну, стрелы. Ну, может быть, ты и прав, потому что здесь многовато как-то вот по ширине вот этого прохода. То есть, если было бы хотя бы два ряда вот этих вот, можно было действительно баррикаду сюда влупить. Так, отлично. Сейчас, наверное, они все-таки снизу рванут. Ну, надо отметить, что достаточно быстро мы проходим эти все уровни. Так, ждем. Вон. Сейчас их тут два всего будет, да, вроде? Да. Гнол-охотник. Вот, самый страшный, пожалуй. Лучники там как наши живые. Еще, давай. Если бы у нас были там лучники. А, нет, лучников. Я уже забыл, что... Мы уже с тобой на другом этапе. Итак, откуда бежит еще один? Вот он. Опа! Аккуратно. Сейчас он на тебя охотится. Сейчас оглушит тебя, убежит дальше к этому порталу. Так. Ну пока ровненько мы идем с тобой. Ну да, неплохо. Фух. Так, 2453. Можно воспользоваться паузой. Ну что, может быть на стену здесь уже пора? Отлично. Пора ставить на стену. И ты прав. Здесь. Во. А вот паровую штуку, если поставить, он просто сдует их, он не будет перекидывать? Он вверх будет поднимать. А, только если на бок поставить туда, на стену. А на стену не получится поставить. Это напольная, да, ловушка только получается? Только напольная, ну, да. Понятненько. Ладно, погнали, чё. Вперед. Ну, хорошо, сейчас проверим. С нижнего уровня что-то. Они даже выйти не могут. Да, ты встречаешь прямо здесь, прямо в самом начале. Потому что, чтобы экономить мощность вот этих наших ловушек других. Ну вот, видишь, как гораздо лучше уже у нас здесь все работает. И теперь мы бежим. Зачем? А, нет, не бежим. Видишь, казалось, то, что они внизу начинают выходить. Внизу никого вообще нет, поэтому мы занимаемся здесь, наверху. Вообще просто замечательно. Просто удлинить, единственное, надо будет еще. Оу, серия 17 убийств. Как тебе? Круто, круто, круто. Следующая волна через 10 секунд, готовься. Доставляем. И вот так вот. Да, вообще просто замечательно. Ну теперь готовься, они наверняка и снизу пойдут одновременно. Да, сейчас снизу надо будет их встречать. А снизу у нас вообще ничего нет, я так понимаю, да? Вообще ничего. Ап, не в ту сторону. Ты уверен, что здесь нам хватит сил, чтобы их остановить? Я думаю, да. Лучников нет, ничего нет. Ты смотри, какие кучи здесь. Ну, вся надежда на твои скиллы, именно стрелка. Так, лучника. Ох, неплохо, но ты смотри, какая огромная там куча, это не конец. Я думаю, мы справимся. Будем надеяться. Оглушай их там, самое главное, почаще. А-а-а! Денег не хватает. Ну, кажется, это последняя группа здесь. Ничего страшного, мы не дадим им пройти. Обязательно. Используй уличную магию, чтобы их притормозить немножко. Но здесь по-любому тоже пора что-то, наверное, ставить. Потому что плохо, когда те ловушки наверху проставят, а мы здесь прилагаем недюжинные усилия, чтобы их здесь держать. Вот это, кстати, хороший вариант. И если можно что-то подешевле тут поставить, было бы неплохо. Так, ну что ж, мы наблюдаем, друзья, с вами за шестой волной. И ждем волну, которая, возможно, придет снизу к нам. И я думаю, что вправе мы рассчитывать на пятичереповое прохождение этого этапа. Пока рано об этом говорить. Но я думаю, мы попробуем сделать все возможное, что в наших силах с тобой. Все, волна прошла. Обалдеть, что-то. Нет, это... вон еще идет. А, ну да, их там много. Вот здесь хорошо отстреливают.
Ну да, прям знаешь, как встречаешь, они и замедляются. Там можно даже прицельнее стрелять в голову, когда их не очень много. О, смотри, еще один такой гнол-охотник. Ну, ему, по-моему, пипец будет. Так, снизу там никого нет. Посмотри, снизу кто там бежит. Так, возвращаемся мы с тобой вниз. Вот он и гном-охотник. Вот как раз-таки и было очень круто то, что мы здесь хотя бы что-то установили. Давай, чуть-чуть его осталось добить. Отлично, и теперь вот с этими... Осталось орками заработать этот отряд нам. Заработав вот эти деньги, нужно вот сюда, на этот уровень, непосредственно тоже что-то замедляющее. Хотя, не знаю, может быть, настенное тоже. Ну, в общем, ловушки по такой же схеме, я думаю, что будет эффективно расставить, как мы расставляли на верхнем уровне. Как ты считаешь? Я думаю, знаешь, как нам с тобой здесь начинать выстраивать? А что не с самого начала? Нам же выгоднее, чтобы они там замедлялись. А не ждать, пока они до ловушки дойдут. Ну хотя ты можешь их уничтожать там прям. Уговорил? Ты меня уговорил. Ты деньги там не теряешь, когда продаешь? Нет. Нет? Ну чуть-чуть только. Потому что видишь, как хорошо, как мы вот там на тех дверях поставили, они вообще не доходят сюда. А здесь что-нибудь настенное. Вот. И они тут будут застревать и просто дальше не проходить. Так как только дальше они проходят, мы уже видим и сможем... как ты знаешь, реагировать быстрее. Слушай, а ты грамотно все расписал. Да, потому что наша реакция может Как идти хорошо с опозданием, поэтому лучше будет, если мы заранее все это будем контролировать и видеть. Мы так уже неплохо контролируем ситуацию. Смотри. Сверху у тебя. А, снизу идут. И сверху какая-то масса пошла. Сверху там всех напасть просто кладут на повал. Там уже никому не выжить. Ну что, not bad. Правда. А, все. Последний умер. Итак, у нас восьмая волна, предпоследняя. Здесь на этом этапе. Совсем немного нам осталось. Тут у нас новый отдел. Неплохо. Малыши побежали. Ну вот они, конечно, всю картину портит. Да, нам создают неприятности, потому что они заставляют срабатывать вот эти вот шипы. Конечно, хотелось бы, чтобы они как-то более кучно хотя бы бежали. И сейчас где-то, наверное, еще вторая волна побежит. Снизу. Снизу побежали. Ну, я не думаю, что они там далеко пробегут, потому что действительно пол просто выслал вот этими ловушками. Нет, смотри-ка, все-таки какие-то прорываются. Но не видишь, как по одной линии бегут? Потому что их немного, по одному. Фух. С воскрешением тебя, да, брат. Минус 5 портальных очков. Увы. Ха-ха. То есть на 5 черепов мы уже снова не попадаем, правильно? Как ты так, я прыгнул туда? Ну да, бывает. Ну что ж, прям на последних. На последних, да. А так хорошо шли, к сожалению. Вот такая вот ерунда получилась. Да, тут смотри, как все задумано. О, главный огр. Так что давай. Давай, вали его. Быстрее, быстрее, быстрее. Кстати, хорошо у него замедляют. Ай! Ну и вот мелюзга осталась. Что, справляешься? Опа! Там еще один такой гнол. Давай, 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 сейчас его стрелу должны забить. Отлично. Как ты еще там видишь что-то? Так. Следующая волна у нас. Вверх, 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 вверх. А что, через портал нет? Смотри, тут двое. Обалдеть. Давай, 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 добивай. Этого оглушаем, естественно. И там, смотри, еще большая волна. Молодец, забил. И ну, встречаем... на волну можно не обращать уже внимания, потому что... Потому что они... Это будет все здесь смертельно. Они не дойдут. Замечательно, просто замечательно. Ну и вот остатки, небольшие остатки здесь этой части волны. И все, мы проходим этот этап. Наверное. Нет, вот еще сверху идут. Смотри, еще часть идет. Ну, можно все равно уже подытожить то, что он был достаточно сложный. И расслабиться. Нет, расслабляться не нужно. Не будем? Нам нужно 5 черепов. Ну ладно, в общем, с победой тебя. Минус 5, конечно, это был курьез, друзья. Неприятный, но ничего страшного. 4 черепа, да. Продолжаем. 47 тысяч, продолжим.